Итак, здравствуйте! С вами полезные советы. Советы, которые будут действительно полезны. И сегодня мы с вами найдем применение соку. Как вы видите, он уже выпит. Все. Ну, чуть-чуть выливается. И это, пока эта дрянь переваривается у вас в желудке, мы попробуем найти этому пакету другое применение. Понимаете, да? Вы выпили сок, но чуть-чуть там все-таки осталось. И его просто не вытащишь, понимаете, да? И, соответственно, нам надо его вытащить. Что это делает? Процесс требует предельной аккуратности. Нам нужна будет тряпочка. Вот тряпочка. У нас есть тряпочка. Мы выпили. И ставим пакет сока на тряпочку. Мы берем ножичек, вот маленький ножичек. Как видите, у нас вот, вот видите, немножко сока. Мы его можем чуть-чуть из картоночки. Вот картоночка была. Видите, как делают суть. Мы можем теперь его спокойно выпить. Мы выпили сок, и теперь у нас осталось, как видите, две такие половинки, довольно аккуратные, довольно одинаковые. Что же можно из них сделать? Им тоже можно найти применение, я вас заверяю. И сейчас я вам это докажу. Добавок к этим половинкам нам потребуется, внимание, узкий скотч. Итак, мы сделаем из них потрясающие тапки. Начнем. Видите, смотрите, для тапков нам нужно будет две половинки, два тапка, две ноги. Вот у нас такой квадратик, да, мы будем резать здесь, смотрите, берем ножичек и вот так вот, понимаете, аккуратненько режем, понимаете, да? Вот так, аккуратненько, аккуратненько, понимаете? Берем второй край и режем вот так, смотрите, и отгибаем. Это очень важный процесс. Сейчас нам понадобится тряпочка, да, которая понадобилась нашей первой части. Это очень интересно, очень интересно. Видите, у нас получились две заготовочки, и теперь очень важный процесс, очень трудно снимать, так что будьте бдительны. Смотрите, мы ставим ногу на тряпочек и рукой вот так пригибаем. Сейчас мы обмотаем скотчем, и я вам покажу, что у нас получится. Затем мы поставим вторую ногу и проделаем то же. Процесс закончен, и посмотрите, что у меня получилось. По-моему, это совершенно потрясающие тапки. Давайте их пройдем. В них очень удобно ходить, как вы видите, по дому. Можно и в школу пойти, и на улицу. И не стыдно, как говорится, не стыдно. Посмотрите, я вам советую брать пример, потому что это идеально. Ну вот, на этом наша рубрика подходит к концу. Я бы хотел еще раз продемонстрировать эти потрясающие тапки. Потрясающие. И хотел сказать, что мы увидимся с вами ровно через неделю, когда я покажу вам, как сделать вантус из просроченного батончика Баунти. Спасибо.